В Иркутске за сутки выпало 30% месячной нормы осадков. За первую неделю ноября этот показатель составил 65%. Снег убирают круглосуточно, сообщает пресс-служба городской администрации. Всю минувшую ночь утро специалисты расчищали улицы, остановки общественного транспорта, заездные карманы и тротуары, ведется работа также и в общественных пространствах, парках, скверах, площадях, идет механическая и ручная очистка тротуаров и пешеходных переходов, подметают лестницы, дорожки, водители и пешеходов призывают соблюдать осторожность и обращать повышенное внимание на дорожную технику, в экстренных ситуациях следует звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номерам 520-112-269-783.